Прокурор попросил арестовать экс-премьера Украины Юлию Тимошенко. Тимошенко постоянно нарушает порядок в зале суда, заявил представитель обвинения, и осознанно затягивает судебный процесс. Сама Тимошенко говорит, что готова к аресту. Расправа так расправа, заявила она. С подробностями происходящего в суде на Украине мой коллега Илья Васюнин. Да, Лен, добрый день. Добрый день. Вот этому требованию прокуроров предшествовало ходатайство Тимошенко об отстранении от дела самого судьи. В заявлениях Тимошенко говорится о том, что судья лишил ее права на полноценную защиту, у адвокатов не было времени для ознакомления с материалами дела. Ну, кроме того, судья взял неимоверный темп рассмотрения в этом процессе. Об этом вот сказал экс-премьер сегодня. Вы превратили судебный процесс в полный абсурд, заявила Тимошенко. И очередная перепалка произошла, более того, между ней и судьей. Во время речи Тимошенко несколько раз предупредили о недопустимости высказываний, которые свидетельствуют о неуважении к суду. «Я вас не уважаю, это правда», — сказал в ответ Юлия Владимировна. Ну, суд еще... Вчера судья решил продолжить рассмотрение дела после того, как экс-премьер отказалась от защитников. Она попросила 3 дня, чтобы найти новых адвокатов. Старые вроде бы как просто не успели ознакомиться с делом, однако суд оставил право пригласить новых защитников в любой момент, но откладывать заседание отказался. Ну, я напомню, что с конца июня рассматривается это дело. Тимошенко обвиняют в превышении власти при заключении газовых контрактов с Российской Федерацией. Ну, в общем, решение судьи может поступить с минуты на минуту. То есть ее действительно могут арестовать сегодня? Конечно. Она тем более говорит, что арест готовится и, в общем, готова принять на себя эту мученическую участь фактически. Большое спасибо. Это был мой коллега.